Не создавать искусственный ажиотаж с дизельным топливом сегодня призвал министр энергетики. Булат Акчулаков подчеркнул, запасов ГСМ в Казахстане достаточно. В частности, объемы солярки сейчас достигают 212 тысяч тонн, и НПЗ должны произвести еще 500 тысяч. Для обеспечения быстрой доставки на АЗС при правительстве создана специальная комиссия. Также она будет контролировать, чтобы топливо не перепродавали. Очень большое количество транспорта, не просто транзитом, а который заезжает и просто банально вывозит топливо в связи с тем, что есть ценовой диспаритет. Сегодня отгрузки за последние два дня значительно увеличились, и подвижной состав был подан в превышающих объемах. Сегодня все близлежащие и дальние регионы постепенно производят своих обеспечения запасами от 3 до 10 дней топлива с учетом в пути. Напомню, в начале недели на дистопливо были установлены дифференцированные тарифы. Объемы отпускаемого горючего теперь зависят от типа машины и места ее регистрации, а цены варьируются в зависимости от региона продажи. И вот, чтобы не допустить всевозможных махинаций, на заправках теперь будут проверять клиентов. Соответствующий проект уже находится в разработке. А еще казахстанцев попросили проявить бдительность и сообщать о возможных фактах и попытках вывоза горючего из страны. Сейчас министерство совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает технические решения, то есть создание модуля для верификации, то есть для регистрации данных потребителей для отпуска дизельного топлива, который позволит устранить всевозможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль уже запустим для всех сетей автозаправочных станций.